По душам так по душам. Садись удобнее и слушай. Есть человек, как океан, а выбирают вечно лужи. И все бросают к их ногам, и видят сами, что так хуже, но впечатление через край, а океан совсем не нужен. Потом случается провал, и вместо луж внезапно суша. Тогда садятся на вокзал и едут-едут много суток. Когда встречают океан, то говорят ему: «Послушай, я этим лужам все отдал. Ты залечи скорее мне душу». И всех спасает океан. Когда становится им легче, то говорят: «Ну что ж, бывай». Уезжают снова к лужам.